Друзья мои, добрый вечер всем, или доброе утро, или добрый день, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Я вышел сейчас с детьми погулять на рисовые террасы. Дети у меня вон убежали, за пальмами их видно. Сейчас буду их догонять. И в этом видео я хочу сказать, что для моих учеников, для моих студентов хорошая новость. Это нововведение зрело достаточно давно, и благодаря идее Алексея из Италии, Алексей, спасибо, это нововведение обрело очень интересный формат. Если раньше я планировал прописывать в журнале от руки то, что мы разучиваем с каждым из учеников, потому что когда у вас двое, трое, четверо, пятеро учеников, вы в принципе помните, держите в голове, какое произведение, какую пьесу, какую композицию, с кем разучиваете. А когда учеников становится больше и один за другим следует, начинаете теряться, что с кем разучивали. Сейчас этот момент полностью уже будет снят с повестки дня, потому что все будет в электронном варианте. У каждого, я нашел специальный сервис, у каждого из моих учеников будет отдельный кабинет, где по датам, вот календарь специальный, и по датам можно будет прям пролистать ленту событий, как в социальной сети, начиная от старых прошлых занятий, вплоть до самых последних. На каждом этапе, так можно сказать, я даже не знаю, это пост или не пост, на каждом уроке, так скажем, или в каждом уроке, можно будет хранить все файлы, ноты, табулатуры, видео, скриншоты. Я периодически делаю скриншоты, когда работаю со своими студентами, включаю демонстрацию экрана и мышкой подчеркиваю в нотах, в табулатурах определенные, тоже, видите, гуляют местные, определенные сложные моменты какие-то или теоретические, связанные с размером, с дуолями, триолями, с расставлением акцентом, с лигами и так далее и тому подобное. Вот эти все скриншоты будут храниться в каждом дне. И удобно будет следить прям практически в субботу, в среду, в субботу, в среду, да, у кого-то по таким дням, или вторник, пятница, там понедельник, четверг кто-то занимается, да, уже можно будет пролистать и посмотреть, что вы учили, когда учили. Более того, я сейчас еще ввожу функцию видеоотчетности. В конце каждого занятия по 30 секунд будем уделять время со всеми учениками, где прям во время урока мы будем с экрана снимать видео, когда ученик что-то играет, и прикреплять это видео в конце урока. И таким образом через 5, 7, 10 уроков уже будет прям наглядно видно, какой прогресс наблюдается у вас после занятий со мной. Я думаю, что идея понятна. Что я еще хочу сказать? Для того, чтобы достичь хороших результатов, необходимо пройти три этапа. Первый этап. Вам необходимо иметь мечту. Если вы не мечтаете играть на гитаре, тогда не беритесь даже за это дело. Второй этап – это планирование. Вам необходимо четко распланировать. Если вы не знаете, как распланировать, тогда конкретно нужно обращаться к специалисту. Ну и третий этап – это просто пахать, реально. Вот я смотрю, как здесь крестьяне пахают для того, чтобы вот столько вот риса. Вы представляете, вот каждый кустик, вот я не знаю, вот кто видел, как рис сажают, он посеян вручную. Вот каждый кустик. Это не так, что идут и вот так вот крестьяне разбрасывают рис, и он потом растет. Все, вот каждый, вот давайте поближе подойду, покажу. Опа! Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну и так далее. Вот все эти кустики, все это посеяно вручную. Каждый кустик так выкапывается, лунка вставляется, и вот так вот идут прям параллельно и сажают. К чему я это? Для того, чтобы были результаты, необходимо реально трудиться. Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Поэтому, если вы надеетесь только на то, чтобы, записавшись к преподавателю, ко мне, например, к кому-нибудь другому на занятие, у вас автоматически будет результат, не будет без ваших усилий. Поэтому мечта, планирование, проектирование. Вы знаете, когда Дональд Трамп, например, если его брать пример, задумал построить дом,
Он же не сам его строит. Он доверяет это дело специалистам, архитекторам, которые планируют здание, а потом уже непосредственно усилия применяются строителями и возвышается здание. Конечно, он мог бы сам все это изучить, архитекторские дела, потом взять молоток в руки, самостоятельно все построить, но на самом деле так будет очень-очень долго. Как зарассуждался что-то с вами. Ну, надеюсь, что это видео будет каким-то образом интересно посмотреть. На этом с вами прощаюсь. Давайте еще раз покажу вид на террасы. Это рядом с нашим домом, ну, не знаю, минуты 3-4, может быть, пройти. Кстати, вот там вот, сейчас не видно, там вулкан Агунг. Огромная гора. Сейчас, доченька. Ну все. Зашли чуть-чуть к лесу. Ножки. А, пойдемте, да, пойдемте. Еще раз напоминаю, друзья, теперь у нас с вами будет онлайн-кабинет у каждого из вас, где можно будет спокойно не переживать, что ноты потеряются, табулатуры потеряются, скриншоты потеряются, видео потеряются. Все будет в одном месте и возможность прямо из вашего личного кабинета задавать мне в комментариях вопрос, где я моментально буду реагировать. У меня сразу все это будет всплывать, от кого этот вопрос, ну и так далее. Все, на этом с вами прощаюсь. Security. Наверное, ездит, патрулирует рисовые поля.